У Фрёкин Снорк было замечательное настроение. Сегодня она собиралась пойти с Мумитролем на пляж, собирать ракушки. Смотри, зашло солнце и показалась Грейси. Не то. Папа, что случилось? Что? Что ты делаешь? Я слышал, как ты разговаривал сам с собой. Я пишу пьесу. Пьесу? Ну, помнишь «Потерянных детей»? Какой успешный спектакль. Я как раз репетировал. Смотри, взошло солнце и показалась Грейси. Неплохая строчка. Как тебе кажется? Не думаешь? Могла бы быть лучше. Я как раз над этим работаю. Очень красивая. А ты нашел что-нибудь? Нет, все какие-то обломки, ничего интересного. Еще одна! Неужели тебе еще ничего не попалось? Пойду еще где-нибудь поищу. Но здесь самое лучшее место. А я туда пойду. Как красиво. Что ты делаешь? Здесь точно нету ракушек? Нет. Тогда зачем ты вырыл яму? Если увидел кусочек чего-то интересного, всегда хочется откопать до конца. Смотри, какая странная штука. Не очень интересно. Теперь ее хорошо видно. Я ее почистил. По-моему, эта старая лампа совсем как в сказках. Помнишь сказку про Аладдина? Он потер лампу и появился джин. А вдруг там внутри сидит джин? Не говори глупостей. Фрёкин Снорк, это же была сказка. Не смейся, я просто хочу убедиться. Если честно, я уже пробовал. Руки позеленели, вот и все. Может, ты неправильно потер? Ты даже сливки взбивать не умеешь. А еще наверняка нужно сказать какое-нибудь заклинание. Например, абракадабра, джин, выходи. Своим появлением всех удиви. Какое же это заклинание? Тогда уж лучше что-нибудь вроде «Сезам, откройся» или... Смотри! Смотри! Не останавливайся! Я дух лампы. Приказывайте, повелительница. Вы действительно вылезли из лампы? Конечно. И вы действительно дух лампы? Целую вечность. Но вы не похожи на джина из книжки. Могу доказать, если этого хочешь. Ну что вы, наверное, картинка была неудачной. Я дух лампы, единственный и самый настоящий. Значит, вы можете выполнить любое желание, правда? Конечно, но не твое. Но лампу выкопал я. Это не считается, мальчик. Она вызвала меня из лампы. Что же нам делать с этим джином? Как это? Пожелай что-нибудь, о чем ты всегда мечтала. Надо подумать. Жемчужное ожерелье. Как прикажете, моя повелительница. Подождите. Я много чего хочу, я еще точно не решила. Мне нужно подумать. Не волнуйся, Фрёкин Снорк, ты же всегда можешь его вызвать. Если мне понравится ожерелье, следующим лампу потрёшь ты, тогда ты сможешь пожелать все, что захочешь. Точно. Покажи, как именно ты потерла лампу. Вот здесь, очень-очень медленно.
Понятно. Я лучше скажу «дух, покажись». Это лучше, чем «дух, выходи». Что это было? Ты это слышала? Королевское ожерелье. Спасибо. Какое красивое. Да, пожалуй, этого мне хотелось больше всего. Большое вам спасибо. Это была нелегкая работа. Я рад, что вы ее оценили. Теперь вы вернетесь в лампу? Именно. Здорово. Теперь я вас из нее вызову. Я бы тоже хотел загадать желание. Минуточку. Если вам не захочется залезать и вылезать из лампы, давайте я прямо сейчас загадаю. Так нельзя, по одному желанию за раз. Я хотел сэкономить время. Это неправильно. Почему? Я могу выполнить не больше одного желания за неделю. Это трудная работа, мне нужно отдохнуть. Ну да, я понимаю. Наверное, я переоценил ваши силы. Вот еще. Теперь ты будешь думать, что я не такой уж могущественный. Да, я могу все, что угодно. Например? Не скажу. Мумитроль, давай никому не рассказывать про лампу. Конечно. Что значит имя? Тюльпан, гортензия. Какая разница? Нет, что-то здесь не так. Может, герань? Я так устал. Слава лампе, я не проболтался, что ночью могу выходить сам. Они совсем бы меня загоняли. А еще хорошо, что я умею читать мысли. По крайней мере, знаешь, чего ждать. Они точно что-то замышляют. Теперь понятно. Неудивительно, что молодой человек так переживает. Нужно переписать это и поскорее. О, Эдгар, как мне хочется, чтобы ты был кем-то еще. Фраза никуда не годится. Да и вся страница тоже. Что здесь произошло? Кто это сделал? Мама, это ведь не ты. Что такое? Какой-то негодяй переписал мою пьесу. Кто это мог сделать? Прямо среди ночи, пока я спал. Как странно, правда, папа? Мумитроль, ты ведь ни при чем? Конечно, нет, пап. Я так расстроен. Кто же это был? Подумать только, проникнуть в твой кабинет, пока ты спал. Как невежливо. Невероятно, что кто-то оказался на такое способен. Переписать мои диалоги от точной до совершенства. Дорогой, я уверена, твоя пьеса слишком хороша, чтобы ее можно было сделать лучше. Самое печальное в том, что ты не права. Пьеса действительно стала лучше. Значит, ты должен порадоваться, дорогой. Да? Нет. Что значит порадоваться? Драматург должен писать собственные пьесы. Очень красиво. Если тебе, конечно, ожерелье нравится. Спасибо, крошка, но мне его подарили. Как мило. А можно мне померить? Конечно, тебе очень подойдет. Может, пора привыкать к украшениям? Могу попросить тебе такое же.
У тебя такой богатый друг? Да, я обыскала весь дом, его нигде нет, кто-то его украл. Не волнуйтесь, миссис Вильфенка, я отыщу вора в один момент. Добрый день, инспектор. Здравствуй, Фрёкинсток. Нельзя ли побыстрее, инспектор? Воры наверняка успели сбежать из Мумидола. Как я теперь смогу доверять людям? Не волнуйтесь так, пожалуйста. Миссис Филипьёнка, что у вас украли? Мое жемчужное ожерелье, такое красивое. 87 жемчужин. Очень похоже на твое, крошка Мю. Ты его украла? Ты? Как ты посмела? Эй, что вы делаете? Хватит! Инспектор, у нее мое ожерелье. Она не виновата. Крошка Мю вор? Из самых мелких получаются самые ловкие воришки. Это ожерелье, Фрёкинснорк. Ничего поумнее ты не придумала. Какая глупость. Никто не смеет обвинить крошку Мю в воровстве. Это действительно твое ожерелье, Фрёкинснорк? Конечно, инспектор, мне его подарили, честное слово. И кто же? Это наш с Мумитроллем секрет. Секрет? Это ложь! Они украли мое ожерелье. Раньше они меня никогда не обманывали. Но они ужасного происхождения. Вы бы видели их дома. Шумные, пыльные. Крошка Мю, перестань. Я вам покажу, пыльные, шумные. Крошка Мю, я должен тебе задать несколько вопросов. Что ты делаешь? Я при исполнении. Вот так. Я не знаю, кто это переписал, но в способностях ему не откажешь. Например, посмотри на небо. Взошло солнце и показалось Грейси. Звучит как-то банально. Это моя фраза, Снус Мумрик. Простите, пожалуйста. Ничего. А послушай, как он переписал. Но тише, что за свет в ее окне? Оно восток, и в нем Джульетта, солнце. Всходи, всходи, прекрасное светило. И свет луны завистливый затмит. Вот это превосходно. И как ловко он заменил имя Грейси на Джульетту. А здесь Грейси волнуется, что родители не одобряют ее выбор. Я написал, что значит имя? Тюльпан, гортензия, какая разница? А вот послушайте, что в имени? Как розу не зови, в ней аромат останется все тот же. Гораздо романтичнее. Нужно сматываться. Так и Ромео с именем другим останется все так же совершенным. Замечательно. Разве что аромат ни при чем. Как ты думаешь, Снус Мумрик? Согласен. Многообещающий драматург. Разве что немного многословный, но довольно талантливый. Напишите ему записку. Пусть продолжает. Зачем записку? Он все переписал среди ночи, когда я спал. Писатели все-таки спят в кроватях, а не за столом. Ночь — это единственное время, когда вы не за столом, верно? Знаете, бывают такие люди, которые ходят посреди ночи, а на утро этого не помнят. Лунатики. Ты сегодня проснулся таким сонным. Ты совершенно права. Даже больше, чем обычно. Значит, это ты сам встал посреди ночи, переписал пьесу, а потом опять заснул. Не исключено, я волновался из-за своей пьесы, и мое подсознание, обладающее несомненным литературным талантом, решило прийти мне на помощь. Муми-папа, когда я сплю, мое воображение не дремлет. Мне неоднократно случалось проснуться среди ночи с гениальными мыслями. Оставалось лишь схватить карандаш и бежать в кабинет, записывать их. Она у меня. У меня. Ура! С этой лампой я могу пожелать все, что угодно. Стоять! Если я говорю стоять, надо остановиться! Инспектор? Как он так быстро узнал? Только крошки Мю не хватало. Отстань! Сам отстань!
Встань! У меня нет времени на тебя! За мной инспектор гонится! За тобой? Стой, крошка Мю! Я полицейский, меня нужно слушаться! Значит, это не за мной! А почему это ты бежишь? Ага, ты украл эту штуку! Наверняка украл! Это не твое дело! Она же не твоя! Значит, чья-то еще! Так что это мое дело! Давай сюда! Стой! Отдай обратно, слышишь? Отдай! Смотри, это же наша лампа! Инспектор, ловите его, а не меня! Нет! Мумитрон! У Вонючки волшебная лампа! Догоняй его! Догоню! Его нельзя отпускать! Я же еще не загадал свое желание! Снос, Мумрик, ты слышал? Он сказал, волшебная лампа? За ними! Это моя лампа! Оставь меня в покое! Где ты ее взял, Вонючка? Помогите мне достать ожерелье! Нет, нет, туда! Вонючка! Это наша лампа! Отдай! Слезьте с меня! Отпустите! А это что? Он идет! Идет! Ты дух лампы, да? Да, мой повелитель. Что вы прикажете? Ты повелитель? Конечно. Я потер лампу, и он будет меня слушаться. Не верю ни одному слову. Сказки — это выдумки. Может, и выдумки, но не существуют. Я видел, как Фрекен Снорк попросила жемчужное ожерелье, и оно у нее появилось. Вот кто украл ожерелье. Да, я его унес. Дайте-ка подумать. Чего мне хочется больше всего на свете? Вонючка, он исполняет лишь одно желание в неделю. Будешь ждать своей очереди. Вот еще. Так нечестно. Вернемся к ожерелью. Где вы его украли? Я не украл. Тогда где вы его нашли? Где ты нашел? В доме миссис Филипьонки? Вот уж не знаю. Значит, вы правда его украли? Так намного проще. Может, волшебный ключ, который открывает любые замки? Я хочу кое-что вас спросить. С другой стороны, мешок с золотом тоже неплохо. Скажите, это не вы случайно переписали пьесу «Муми папы»? Именно я. Пьеса была ужасной. Вы преувеличиваете. Дело в том, что этот молодой человек очень переживал из-за вашей пьесы. Я пытался помочь. Вот и все. Правда? Так-так, мешок безопаснее, чем кража со взломом. Но нельзя забывать о профессиональной гордости. Папа, я все объясню. Я видел, как ты расстроился из-за пьесы. Я очень хотел, чтобы она удалась. Конечно, я не просил Джина переписывать пьесу. Решил? Возьму ключ. Я только что понял. Джин не сам написал эту пьесу. Я слышал ее раньше. Тут она показалась мне знакомой. Это правда? Конечно, пьесу написал другой автор, а он украл. Это Джин большой обманщик. Ай-яй-яй. Я не виноват, что такой начитанный. Можно мне вернуться в лампу? Нет, подожди. А как же мое желание? Мой ключ. Простите, повелитель, но я очутился в сложном положении. Увидимся на следующей неделе. Это просто смешно. Никакой следующей недели, или месяца, или даже года. Вонючка, это не твоя лампа. К тому же, я не знаю, что ты попросишь. Какой-нибудь суперключ или что-то вроде того. Думаете, сможете уберечь от меня эту лампу? Вы ее от меня не спрячете. Мумитроль, эта лампа кажется мне слишком опасной. Ты прав, папа. Снос, Мумрик, есть какие-нибудь идеи? Неделя прошла, можно снова вызвать Джина. Твоя очередь, Снус Мумрик. Вызывай Джина.
Опять все сначала. Что на этот раз? Можешь привезти сюда хоб-гоблина? Пожалуй, могу. Скоро вернусь. Ну зачем тебе понадобился хоб-гоблин? Я смог придумать только одно безопасное место, где никто не найдет лампу. На другой планете. А для этого нужен хоб-гоблин. Он будет с минуты на минуту. Сложная была работенка. Спасибо. На эту неделю достаточно. Увидимся на следующей неделе. Пока. Хоб-гоблин забрал лампу и отнес ее на какую-то одному ему известную планету. Оно и к лучшему. Ведь Муми-Доле стало бы очень скучно, если бы там исполнились все желания, правда? Мезурашии тако га ки но уэ ни хиккакатте ита. Сассоку Сноуку ни наоште морай, тако аге ни иттан да. Минна тотемо таношисо. Аре? Мии га доко ни мо инай зо? まさかあのタコに? 次回、楽しいムーミン一家 タコに乗ったミー お楽しみに! My dream My love あなたがそば She